Будет очень интересный музыкальный эксперимент. Вот, сегодня еще будет очень много музыкантов, которые встретились только сегодня в первый раз на сцене. Вот, до этого они репетировали каждый со мной по отдельности. А вот сегодня будем это все собирать. Интересно. Вот Николай тоже спрашивает, что за песня? Какие ноты? Я говорю, сейчас узнаешь. А я ему ноты должен дать. Джем в лучшем проявлении. Нет, как музыку все я как бы сочинил. Thank you.
Первое число у вас перепечка.
Thank you.
Бега Франкова. Юрий Новгородский гитара. Николай Ковкин. Клавишные различные инструменты. Дэйв Краут. Каркашин. Денис Шлыков. Гитара. И замечательный наш Владимир Воеводин. Барабаны. Немножечко такого слоу-фанк сыграть, и для этого нам потребуется Артем Пустышкин. Приветствуйте, пожалуйста, замечательный саксофонист. Сейчас мы будем играть страшную. Thank you.
Спасибо. Вот это большая секция. А сейчас снова давать со своей мелочи. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо ему большое, без него бы
так это весело не звучало. А приглашаем на сцену моего, как это по-английски говорят, friend of mine, то есть, понимаете, да, Александр Акинкин, человек, с которым мы в одной песочнице играли, и вот доигрались. Ну, если уж он сочиняет неплохие песни, да. Не, мы не можем перерыв, надо доиграть уже и пойти уже. Осталось немножко. Ты же все равно сидишь там, все равно отдыхаешь, да, перерыв? Как вам, я приветствую Киночку. Аня, у меня просто перерыв, конечно. Нет, я кричу Киноч, ёбнуть путь. Это на самом деле Биби Киноч, если так вот. Он же МС Киноч, тут как бы можно выбирать. А хор турецкого, да, под управлением Ольги Олейниковой. Мы можем тоже попросить срочно. Да, хор московского. Она нам поможет в исполнении этой песни.
притворяясь, будто спят. Я незаметно уйду с потоком прожитых дней. Дарию, которая подготовила
несколько, да, сюрпризов для меня лично. У нас с ней образовался творческий тандем, во всем музыку, а во всем остальном. А стол выбросил. Добрый вечер! Здравствуйте! Дмитрий. Да. Готов? Может, что-нибудь расскажешь? Историю. Да, историю. Да, история песни, которая сейчас прозвучит, очень проста. Дима — гениальный бас-гитарист. Я сказала: Дима, ничего менять не надо, это будет вся песня. Вот сначала и до конца. Вот, ну, все гениально просто, поэтому прекрасный басовый риф лег в основу следующей композиции, которая называется «Take Me Down to the Inner City». Играем ее первый раз вот в таком полноценном звучании и составе. Мне самое интересное, как это прозвучит.
Фагей снова приглашаются на сцену. А, нет, они потом придут. Пока, значит, это. Все остальные приглашаются, а те, кто потом придет, они сразу придут. Oh,
дальше там что-то еще. Спасибо большое. Немножечко отдохнем и посмотрим. Может быть, что-нибудь еще раз заиграем. Спасибо. Спасибо большое. Очень было здорово. Спасибо всем музыкантам. Гениально. Дмитрий Долпеков. Денис Слеков. Спасибо всем, ребята. Юрий Новгородский. Николай Добкин. Дэйв Грау где-то там исчез. Александр Акинкин тоже порадовал всего. В общем, праздник удался на самом деле. Мне очень все понравилось. Импровизация. Да, наше все. Спасибо. 50 раз, только же еще!